салоне автобуса тихо, ученики едут на занятия. Еще несколько мгновений, и в школе начнется первый урок. Транспорт идет согласно привычному и знакомому родителям и детям графику. У нас в штате два водителя, на подвозе 132 воспитанника. Из них 49 – это воспитанники дошкольных учреждений Мерческого яслисада и детский сад номер 4 города Пинска. Наших 83 учащихся подвозится. Этот автобус новый, первый рейс совершил 20 августа. За рулем Вячеслав Василенко. Школьный автобус он водит второй год, технику чувствует отлично. Его водительский стаж 44 года. Транспорт оборудован видеорегистратором и видеокамерами. Словом, все сделано для детской безопасности. Очень ответственно. Надо, чтобы смотришь, чтобы дети не шли спереди автобуса никогда. Всегда сопровождающие стоят, ожидают. В день у нас получается 132 километра. А рейсов у нас утром получается 3. Садик, потом школьники. Смерчиц приезжаем с того, потом едем Пинковичи, забираем детей. И 3 рейса утром, и 3 рейса вечером. В салоне школьники и сопровождающие. Это учитель Ставокской школы. На подвозе 82 ученика. Я уже работаю в этой школе 15 лет, поэтому сравнить я могу. Уже при моей памяти это второй, даже третий автобус. То есть этот автобус более вместительный. Мы можем благодаря этому автобусу сократили количество рейсов. И наши дети гораздо быстрее и комфортнее добираются домой. Вместимость нового транспорта – 31 место, а в старом автобусе могли на занятия ехать 22 школьника. Автобус позволил сократить и количество рейсов. Детям добираться до учреждения образования стало гораздо комфортнее. По стычи деревня на автобусе очень круто ездить, у нас автобус самый лучший. В нем хорошие сопровождающие и хорошие водители. Я живу в Пасеничах. Мне нравится в автобусе, тут очень комфортно. Все красиво, все очень красиво. Новый автобус намного лучше старого. Он более надежный, более быстрый и намного лучше даже сиденье. Он очень комфортный, сиденья очень мягкие. И очень удобно добираться с дома, со школы. Для школьников и воспитанников детских садов подвоз бесплатный и, что важно, бесперебойный. Сегодня вопросам организации и перевозки несовершеннолетних обучающихся уделяется довольно пристальное и глубокое внимание. На сегодняшний день нами, отделом по образованию, учреждениями общего среднего образования, учреждениями дошкольного образования организована перевозка порядка 1200 несовершеннолетних от мест проживания к местам обучения. Из них порядка 375 – это несовершеннолетние, посещающие учреждения дошкольного образования.